почему мы вас не можем? Я член АБИКС, вообще-то мы можем. Ну и что? По закону? Вы нарушаете. Нет, вы не можете ударить. Вы можете отстранить меня. Ударить не можете. Ударить? Я просто про... Я консультируюсь там у вас, Валя. Нет, как? Все равно вас снимают. Зачем они? Я просто спрошу, давайте сейчас спокойно все посчитаем, занесем протокол, но получим копию и уедем. Мы такого же мнения. Хорошо. Ну, стоит наблюдать, мы вам ничего не говорим. Спасибо. Можно ему стать сбоку, просто для того, чтобы... Встаньте вот тут. Все, спасибо. Встаньте вот тут и стойте. Я не знаю, что надо, все разложить, все уже видно. Что надо? Все, хорошо. Откуда, что? Откуда, я уже не понимаю, какие люди, господи. Давайте, давайте, давайте считать. Вот стоите прямо, здесь все видно, каждый бюллетень не показывает. Ну, что еще надо? Ну, давайте тогда их посчитаем. Что вы хотите? Вашу прохору положить? Что вы хотите? Да ничего не... Я стою, молчу. Тише, тише, тише. Так. Сейчас, Петр Петрович, я скажу, что же там... Что вы скажете вначале? Я сказал, молчали, вот сюда, становитесь, считаем. Нет, мое предложение, я вношу предложение записать протокол, удалить наблюдателей. Все, и дальше вы продолжаете. Я, когда здесь стою, я же не мешаю, в самом деле. Вы нам такую нервную обстановку создали, конечно. Да, я наоборот, стараюсь всех успокоить здесь. За ваше внимание и за то, что вы так нервировали всю комиссию. Только этому надо жить. И мешайте работать. На самом деле, понимаете, в чем дело? У меня запись всего процесса есть. Вы в суде не сможете выиграть. Я поэтому просто вас прошу. Мы ничего не хотим выиграть. Да. Мы хотим провести нормальный выбор. Давай, поэтому, все. Еще раз, я очень убедить прошу. Вот, стоите, пожалуйста. И работайте на здоровье. Снимайте. Все снимайте. Давайте продолжим подсчет голосов. Хорошо. Вам показывают. Вы можете понять? Да. Что еще вам надо? Вот подойти вот так вот сделайте. Вам показывают, пожалуйста. Человек плохо от этого. Так, все. Ну, давайте вы не будем кричать, потому что от крика всем становится хуже. Спасибо. Оперативненько и... Закрываем тему. Я ничего не вижу. Ну, вот. Да, Алексей, покажу, кто пересчитает. Что, можешь показать, кто пересчитает? Как долго и как? Нет, он, просто я вам предлагал способ, когда вы и считаете, и показываете одновременно. Но для этого я должен подойти ближе. Да не сбивайте, вот вы считаете. Сейчас мы напишем протокол. 8. Давайте продолжать. 7, 8, 30, 9. Сейчас мы досчитаем. 40, 41, 42, 43, 44, 45. Ну что, останавливай. Останавливай. 46, вот так, потом еще решат. Не будем. Все, протокол составляем и все. Просто безобразно. Представьтесь, пожалуйста. Не собираюсь. А кто это? В администрацию ваш? Тяжело вам тут.